Всем привет! Сегодня у нас такое разнообразие. Два вида салата. Это у нас с курицей и ананасами. Этот у нас с фасолью и крабовыми палочками. Полностью рецепты будут на канале у Лианы. Дальше у нас холодец, к нему горчица, манты домашние и торт Прага. Всем приятного аппетита! Всех мужчин с прошедшим 23 февраля. Будьте опорой и защитой для своей семьи. Вчера мы ничего не снимали, просто отдыхали. Это у нас с ананасами, с курицей. Просто обалденный салат. Ссылочки на рецепты оставлю. Готовьте. У нас сейчас один из любимых. Обалденно. Ездили утром на почту с Леной, с Артемом. Они меня отвезли. Мне посылку надо было забрать. Мне позвонили с почты и сказали, что у меня лежит посылка. Они ее отправят обратно, что я ее не забираю. Знаете, как интересно, мне ни одно извещение не пришло. А вчера был выходной, почта не работала. А мы пошли на почту 22-го. Пришли, и она как 5 минут закрылась. Вообще обидно было. Манты, мясо, картошка, лук. У меня здесь еще соус есть. Майонез, сметана и чесночок. К мантам. Просто обожаю домашнюю еду. Мы вчера посидели. Покушали, отметили. Пишите, кто кому что дарил. Друзьям, мужьям, парням. Холодец мама готовила. Очень люблю холодец. Раньше вообще его не понимала. А горчица просто бомба. Я люблю такой волокнистый. Обалденно. А Лёва спит, уложила его спать. Знаете, у него сейчас такой возраст. Он пошел 9 месяц. Если раньше мы могли снимать с ним видео, то сейчас это вообще невозможно. Он очень активный, он в стульчик просто так сидеть не будет. Ему надо Лёву, чтобы развлекали. Или в игрушки играть. Я активно веду ТикТок. Заходите. Ссылочки в описании. Такие вкусные салаты. Варила, нет, колу пью. Этот салатик мы первый раз готовили. Лиана предложила его приготовить. Тоже вкусный. Я сегодня утром боялась, что посылка уйдет. Что они ее отправят. Ссылка уже облачная. Знаете, что я заметила? Что в ТикТоке очень быстро набираются подписчики. Вот буквально у нас было 4000, и за 2 дня плюс 1500. И также видео. Не знаю, как там все это действует, как залетают некоторые видео. Самое интересное, что в ТикТоке залетают не роллы, а домашняя еда. Блин, так хочется, рукой взять. Наверное, возьму рукой.
по времени, конечно, там можно очень много роликов в день выставить. У нас на улице погода такая хорошая, тепло. Очень все вкусно, очень ядреный. Костя говорит, давай я приду на обед. Ты снимешь видео. То, что Лёва в это время не спит, вдвоём не получится. А я ему говорю, давай. А сама снимаю, пока Лёва спит. Костя в обед придёт. Я уже сняла видео. У него обед час. Тоже лучше же ему в свой обед покушать спокойно. Так что вот так вот снимаю, пока Лёва спит. Костя придёт, скажи ему, я уже все сделала. Вот этот салат для меня сейчас самый любимый. Кто не пробовал сочетание курицы и ананаса, обязательно попробуйте. Очень вкусно, сочно. Люблю холодец из свиных ножек. Просто так свиные ножки есть не могу. А в холодце люблю. Мне пришла идея новая съема контента, другого совершенно. Я уже предложила Лиане. Предложила Косте. Не знаю, кто из них согласится. А еще попробую что-то новое. Так что ждите в скором времени. Не знаю, на этом канале это будет или на втором. Знаете, мы второй канал создали, а времени у нас на него нет. Все-таки, чтобы снимать влоги, снимать поездки. И съемка намного длиннее, и монтаж. Костя считает, что лучше заниматься хорошо одним каналом, чем завести два и там, чтобы пропадать. Вот такие дела. Поэтому на втором канале пока ничего не выходит. Хотя видео про Лёву его первые полгода я уже монтирую.
Там столько материала. Даже есть момент из роддома. Я снимала в роддоме, хотела вам показать. И знаете, пересматривала, где он маленький. У меня, знаете, прям слезы наворачиваются на глаза. Какой он там крошечный. А после рождения Лёва стала очень сентиментальной. Но столько моментов, которые очень быстро забываются. Я продолжаю до сих пор его снимать на видео. 2-3 раза в неделю стабильно. Потому что видео, мне кажется, это не передашь как фото. Я Косте говорю, что нам надо сниматься еще вместе втроем. И хочу хотя бы месячные влоги выпускать, чтобы самим интересно было смотреть. Прикольно же посмотреть на себя со стороны там лет через 5, когда уже Лёва большой будет. Также нашла видео нашу квартиру, когда Ляну ее снимали. На видео нам показать, потому что когда мы ее покупали, мы находились не в этом городе, но в подобной квартире мы жили, только в другом доме. Точно такая же квартира. Плюс у меня остались видео и фотки моментов ремонта, как все было. Вот. Вы знаете, я вот смотрю блогеров Кати и Вани, можете тоже многие их смотрят. Смотрела у них выписку, как они Анечку привезли домой. Вот так растрогалась. Так любила их канал. Я раньше, ну и сейчас люблю. Раньше намного чаще их смотрела. Каждое утро включала, когда завтракала. Как появился свой канал, смотрю в основном только мукбанги других. Ну и их время от времени. Но не каждый день. Плюс видео остались, как меня встретили. У нас огромное количество дома шариков было. Лиана заказала торт. А я пришла домой, у меня как все в тумане. На панике была. Ничего вообще не видела. Хорошо, что снимала. Знаете, о чем жалею? О том, что не стерпела и тест показала Косте без видео. Вот я об этом жалею, потому что натыкаюсь на ролики, где девушки сообщают о беременности мужья, и снимают реакцию. Как мне это круто. Классно бы было, если такое видео было. Также, бля, первую УЗИ записать. Тоже многие записывают. Не знаю, почему не записывала. У меня есть видео в клинике. Полностью, как меня УЗИ смотрели, полностью УЗИ записали нам на диск. Там Лёва в животе уже довольно большой, там все видно. Такое УЗИ у нас есть. Вчера вроде видела видео. Жена сообщает мужу о двойне. Он долго смотрит, не может понять. Спрашивает, мальчик. Она говорит, ну смотри, там две девочки. Я читаю комментарии, у них 6 девочек. Я задумываюсь, неужели так хотят мальчика, что так много рожают? Просто он так смотрел, говорил, мальчик. 6 детей много. Ну когда так, что все, например, девочки 6, это Лилия вчера тоже смотрела видео, лопают шарик, и голубые шарики улетают, и девушка пишет, ну это точно моя последняя типа беременность, у нас опять мальчик, 4 мальчиков. Для меня, например, как я сейчас говорю, важно тогда было, кто будет, я очень хотела мальчика, с животом я разговаривала только как с мальчиком, и у нас было рассмотрено только за мальчика. А у второго ребенка хочется девочку.
чтобы мальчик и девочка была, мне кажется, идеальный комплект. Я очень наелась, даже тортик, наверное, только один раз попробуем. Это спрага, шоколадные коржи, пропитка, сверху стружка, шоколадная. Он такой сильно-сильно пропитанный. Вкусно. Прям очень насыщенный вкус шоколада. Спасибо, что были сегодня со мной. Я вас очень сильно люблю. Пишите свои комментарии. В следующем видео обязательно отвечу. Всем пока. До новых встреч.